Полным ходом идет ремонт дороги на улице Рыбацкий причал. Участок протяженностью 1 600 м от проспекта Гагарина до улицы Адмирала Фадеева планируют открыть для транспорта к началу лета. Там установлен бордюрный камень, там произведены обустройства пешеходных дорожек, поднятие люков, по-моему, сделано уже. И сейчас, по-моему, даже на этой неделе или на следующей уже будет первый выравнивающий слой. В ближайшее время начнется подготовка спуска Котовского к капитальному ремонту. Проведут необходимую экспертизу, запланируют на этом отрезке дороги и ливневую канализацию. На сегодня поврежденный дождевыми потоками в ночь на 9 мая участок частично восстановлен. Скорее всего, будем полностью всю эту плитку снимать и будем укладывать туда заново асфальт. Но единственное, что будем делать уже как положено, будем строительство ливневых отводов, то есть чтобы вода больше как бы не подмывала таким образом. Всего к лету уже обновили более 600 километров разметки, обозначили новые островки безопасности на дорогах, заменили почти 350 дорожных знаков. По программе благоустройства транспортных развязок до конца года планируют высадить свыше 100 деревьев и 150 тысяч цветов. Елена Корнохова, Илья Якушев и Андрей Тымчук. Информационный канал Севастополя.